Бесплатно проверить сердце и зрение может любой желающий, не посещая врачей. 14 мая в спорткомплексе «Салют», что на Звездочке, открылась выставка «Красота и здоровье», где на специальном медицинском оборудовании проводится тестирование организма. Проводим бесплатную проверку зрения. Сможем на месте подобрать очки. Любые дискомфортные состояния, возрастные изменения, связанные со зрением, надо проверять ежегодно. И поэтому мы можем вам это помочь, сделать это сегодня. Покажи мне свои глаза, и я скажу, кто ты. Иридотестирование имеет древние корни и позволяет по радужкам глаз определить, что запущено в организме и как повысить качество жизни. Очень удобно. Сегодня мне проверили, сказали, что нужно обязательно сходить к офтальмологу, потому что ситуация достаточно серьезная. И я очень рада, что сегодня меня проверили, дали совет, и я обязательно схожу к специалисту. На выставке «Красота и здоровье» представлен комплекс медицинских услуг. В том числе можно пройти тестирование 24 жизненно важных органов или выявить причины аллергических реакций. Выставка «Красота и здоровье» приглашает всех желающих, у кого есть проблемы с состоянием сердца, с сосудами, проблемы аллергического характера, воспалительные процессы формируются. Приходите, мы вам поможем. В спорткомплексе «Салют» выставка «Красота и здоровье» будет работать до 1 июня.